Мать, я ослеп. Хорош языком ляскать, иди куда шел. А, кстати, ты куда шел? А этот на рынок хотел смотаться за помидорами. Салатика свежего захотел. Валентина Петровна, пожалуйста. Какие помидоры? Ты что, обалдел? Целый ящик он у кладовки стоит. Я только позавчера купляла. Так это... А это не те. Знаешь, хочется мясистых. Вот таких вот хочется. О. Валентина Петровна, я уж прошу. Извиняюсь. Да пожалуйста. Ты это, не шевелись. А то вот взяла моду шевелиться. А где надо, там ее не растолкаешь. Ой, да иди уже, господи. Ага, вот так я и мучаюсь. Иди он на кухню, там и шевелись.